На военном аэродроме Пивцей на Черниговщине уже около недели проводят слаживание подразделения вооруженных сил Украины и других силовых структур. Сводная механизированная колонна насчитывает 24 парадных расчета, всего около 300 единиц техники и более 1000 силовиков. В нее входят автомобильная техника, артиллерия, реактивные системы залпового огня, комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, бронетехника, комплексы ПВО и тому подобное. Юбилейный военный парад должен стать едва ли не самым большим за всю историю существования страны. Сегодня — третий день практической тренировки. Особенностью парада в этом году будет то, что привлекается больше новейших образцов вооружения и техники. Кроме того, будет привлечена не только боевая техника, но и та, что недавно принята на вооружение. Это почти 300 единиц. В прошлом параде количество не превышало 200, сообщил командующий логистики командования сухопутных войск вооруженных сил Украины бригадный генерал Владимир Карпенко. Тренировка на Черниговщине будет продолжаться до 7 августа. Далее колонна переместится в Киев, где продолжит оттачивать действия уже во время генеральных репетиций на взлетной полосе Антонова и непосредственно на Крещатике. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!